Всем привет! Это видео направлено на экскурсию по кабинету компании ID Identification. Итак, мы сейчас находимся в кабинете у одного из партнеров. Самая главная страница нам говорит о наших начислениях, о нашем бизнесе и о том, какие нас возможности ждут. Первый самый слева квадрат написано «Бронза». Это квалификация, которой вы достигли, приглашая новых партнеров. Эта квалификация будет изменяться и согласно вашему рангу. Вот здесь обозначен ваш пакет, который вы купили в частном клубе инвесторов в холдинге «Феникс». В данный момент мы видим, что кабинет на 14 тысяч долларов. И вот здесь как раз указана эта сумма. 13997 ПТС. ПТС, или когда мы ставим русский язык, переводится как птички. Да? А 1 ПТС равен 1 доллару. Следующие цифры нам говорят о том, сколько данный человек заработал в компании. У нас сейчас идет двоичная система расчетов. Первое это в биткоинах, второе это Eagle Social Gold Coin, это наши золотые монеты. И здесь можно посмотреть, какие начисления производились за этот период работы компании. Здесь написано 0 и 2000 ПТС. Вы знаете, что сейчас по маркетингу есть ограничения в выплатах в день. Так вот, на ранге бронза день можно выводить 2000 ПТС. Не просто выводить, а зарабатывать. Дальше следующий у нас квадратик говорит о том, сколько по бинару было завершено пар. 3985. Вы знаете, как работает бинар. Когда заходит партнер, один слева, один справа, начисляются баллы, смотря на какой портфель они заходят, и получается всегда одна пара. Так вот, количество, сумма этой закрывшейся пары у нас будет отображаться здесь. Точно так же, как будет увеличиваться здесь цифра, будет расти наш ранг в карьере. Следующее, это как раз у нас показывает бинар. Бинар у нас сейчас рассчитывается как в биткоинах, так и в наших золотых монетах. И вы видите, в данном случае здесь слева в биткоинах 0, справа 290. Это баллы. Если сейчас слева будет заходить партнер в биткоинах, то, соответственно, мы получим еще одну пару. Точно так же в золотых монетах. Слева сейчас 26 725 баллов. Соответственно, данному партнеру выгодно сейчас обратить внимание на правую ногу, для того, чтобы вот эти все баллы перетекли здесь и подняться по уровню, по рангу. Следующий квадратик нам говорит о том, сколько у нас партнеров. Слева 67 партнеров активных, а справа 17 партнеров активных. Это те люди, которые сделали апгрейд. Следующий внизу, слева квадратик, нам говорит о том, сколько личных рефералов у данного человека. Здесь мы видим 7 лично приглашенных. Следующая цифра 805.51 ПТС говорит о том, сколько данный аккаунт вывел уже живых денег в биткоинах. Вы видите, что эти суммы у нас как раз здесь совпадают. Следующий 456.72 ПТС это как раз кредитный ваучер. Это те монеты, которые мы переводим на данный аккаунт. Итак, следующее. Посмотрите, здесь у нас есть направление. И в данном случае у нас стоит направление посередине. Это как раз для тех, кто строит бизнес. И вы здесь можете уже смотреть. Вот здесь, если у нас перекос сейчас в Eagle Social Gold Coin идет слева, соответственно, мне выгодно поставить нового партнера в правую сторону. Я буду менять направление вправо. Нажимаю «Право» и «Подтверждение». Это как раз управление моим бинаром. Теперь
тот новый партнер, который зайдет в эту систему, он отобразится в правой ноге. Дальше есть ссылочка, да, для того, чтобы можно было скинуть новому партнеру и сделать регистрацию. Вот это очень интересная карта. Здесь как раз рассказывается именно о вашем бизнесе. Где у вас находятся люди? Да? То есть сколько у вас сейчас партнеров и в каких они странах находятся? Это тоже очень интересный слайд. Далее. Профиль и генеалогия. Да, это как раз наш бинар. Мы можем посмотреть бинар, можем посмотреть наши прямые веточки, прямые линии, как они развиваются. И дальше у нас идет My Wallet, это кошелек. Это как раз отображаются наши монетки. Монеты, которые в будущей перспективе, в течение этого года, позволят сделать очень многих людей обеспеченными людьми. Потому что монеты сейчас на данный момент уже практически все раскуплены. Три монеты. Eco Social Coin, Agro Social Coin, Time is Money. О каждой монете вы можете прочитать, есть много материала. Мы также будем записывать эти материалы. И, конечно же, наша золотая монета. В данном случае на аккаунте 72 монеты. И сейчас мы ждем подключения нашего обменника, который называется Umbrella. Сможем первый вывод сделать, это в количестве 10% от этих монет. Дальше, конечно же, это будет тестовый режим. И в дальнейшем мы сможем беспрепятственно выводить, заводить монеты, покупать сколько нам захочется, быть пассивным пользователем данной компании, активным пользователем. Все это, все возможности нам предоставлены здесь. Дальше мы можем выбрать план. Да, если у нас здесь, помните, план на 13997, и здесь мы это видим, и мы решили сделать апгрейд до следующего пакета. Несколько одинаковых планов на одном аккаунте мы приобрести не можем. Мы можем только сделать апгрейд. Итак, нажимаем план. И нам предлагаются только два плана. Вы знаете, что ограничение до 35 тысяч в данном случае мы можем только приобрести максимально большой пакет. И здесь мы уже сами выбираем, насколько у нас аппетиты, насколько у нас возможности, потому что это, конечно же, пакеты, которые приносят максимальную прибыль в нашем клубе, частном клубе. Дальше следующее, это как раз у нас означает, видите, доллар нарисован, то есть это как раз означает о денежках. Первое, это возможности вывода. Вывод у нас сейчас в биткоинах, вы видите, и Eagle Gold Social Coin. Здесь сейчас дана как раз 10%, и мы ждем подключения обменника. Трансфер Coin, это перечисление другому партнеру. В данном случае все уже коины потрачены на перечисление, потому что от общего баланса мы можем позволить себе использовать 25% от общего баланса. Ну и, собственно говоря, выход. Ну что хочу сказать. Действительно, компания сейчас развивается, развивается достаточно серьезно. И те новости, которые я постоянно слышу, и те презентации, которые проводятся. Сейчас в Чехии готовится презентация порядка на 500 человек. Мы готовим тур по России. Как только подключится полностью обменник и наш бизнес заработает в полную силу, мы, конечно же, никого не оставим равнодушными и начнем работать. Так что подключайтесь, изучайте. Сейчас для этого как раз дано время для того, чтобы вы разобрались сами в этом бизнесе и помогли разобраться в бизнесе своим партнерам. Всего вам доброго и удачи!